И в продолжении темы сразу 159 выпускников Атырауской области получили в этом году Алтын-Бельгі. С каждым годом в регионе растет число отличников учебы. Нагрудные знаки будущим студентам вручили в торжественной обстановке. На торжественной встрече аким Атырауской области вручил нагрудные знаки Алтын-Бельгі и благодарственные письма 159 выпускникам. Всего в этом учебном году в 211 образовательных учреждениях закончили 11 классов более 6 тысяч учеников. К выпускникам глава региона обратился с теплыми напутствиями и пожеланиями. Сегодня наши дети делают один из самых важных шагов на своем жизненном пути. Наши выпускники – это будущее независимого Казахстана. Я верю в молодежь. Хочу пожелать, чтобы вы стали известными учеными, общественными деятелями, достойно служили на благо Родины. Выпускников переполняют чувства. Они испытывают и радость перед новым этапом жизни, и грусть, что приходится покидать школу, которая стала за эти годы вторым домом. Я очень рада, сбылась моя мечта получить знак Алтын-Бельгі. Спасибо моим родителям. Думаю, я оправдала их ожидания. В будущем я хочу стать учителем математики. В планах поступить в университет и стать хорошим специалистом. Для меня это особенный день, волнительный. С первого класса мечтала получить такую награду. Я рада, что достигла своей цели. Благодарю родителей и своих учителей. Из года в год число отличников в регионе растет, как и количество призеров предметных олимпиад и научных интеллектуальных конкурсов. Все это результат системной совместной работы и педагогов, и учеников, отмечают учителя. Азамат Айтхалин, Жулдыз Кайрат, Кызыл Жибек, Жулы, Атырау.